Всем добрый день. У нас новый день. Я поехала в город. Помните, я вчера Ваня с Мариной брала кроссовки. Так вот, сегодня несу обратно. Они маленькие, одному и второму. Вроде у них на... Я еще посмотрела на той обуви, которую они сейчас носят, тот размер написан. И эти такого же размера. Но они маленькие. Маломерки, видимо, кроссовки. Поэтому поеду, поменяю на два размера больше. Ладно, дорогие друзья. Поедемте за кроссовками. И Машу встречу со школы. И мы с ней пойдем тоже ей покупать кроссовки. Потому что у нее кроссовок нет. И Оксане тоже надо. Но Оксана со второй смены. Поэтому с Оксаной я в какой-нибудь другой день схожу. Так что поедем. Камера что-то заедает. Короче говоря, приехала я уже с города. Небольшие изменения. Это брови сделала и постриглась. Съездила, заменила я обувь Марине. Взяла вот такие вот 29. Ну, если будет маленький, завтра опять заменю. И Ваня уже только синие, уже зеленых не было. Нужного размера синие взяла. Но я его сегодня спрашивала, я говорю, тебе синие надо или зеленые? Он сказал, синие. Вот взяла. Вечером проверим. Унеси машину. Там документы аккуратно. Дальше. Заходили в магазин с концтоварами, да всякое такое. Вот взяли вот такой вот самоклеящий лист пористой резины. Вот такая вот, короче, самоклейка. Это для поделок надо. Держи. И вот такая вот какая-то еще тоже она. Но она с одной стороны ровная, с другой стороны, знаете, вот такая вот рифленая. Тоже для поделок деткам. Зашли, взяли булочки в кулинарии. Так, Маша попросила наушники, надо было. И одни подарили наушники, поэтому Маша теперь две пары наушников. Но больше всего мы ездили, это Маше брать обувь. Маше там несколько пар понравилось, но выбрали мы... Там были красные, какие-то серые. Еще, ну вот, короче, выбрала в оконцовке на вот такие вот серые. Такие вот светлая подошва. Стоит 1200. Все, Машеньки обувь взяла. Дальше. У нас на компьютере постоянно горят это наушники. И я взяла еще защиту от энергосбережения. Это вот себе именно на компьютер, потому что там постоянно зарядники включены, и оно постоянно летит, сгорает, потому что у нас скачки света. Короче, вот такую вот штуку взяла. Тут с 1, 2, 3, 4, с 5 вставками. Специально именно компьютерные. Потом взяла вот такие вот наушники недорогие за 500 рублей. У меня отжали зарядник для моего телефона. Я себе взяла зарядник и вилку для зарядника. И также Оксанины наушники тоже за 100 рублей дешевенькие. Вот такие вот в целом все покупки. Все. Вот такие вот покупки. Ребят, у нас время вечер, я уже сбегала в садик, забрала ребятишек, привела домой, съездила в город, забрала морозильный ларь на 142 литра, да, вот этот. Сейчас подсоединю зарядник, потому что у меня с телефона вообще выключится нафиг. Также еще купила краску, ведро на 13 литров, короче, не помню цена, что-то 1400 около этого. Будем стены скоро красить, потому что дети изрисовали капитально. Сходила в магазин. Взяла сосиски. Мусульманские две пачки было. Там вот я их обе забрала. Потом взяла огурчики у нас. Тут привезли по 90 рублей. Взяла еще... Мы хотя вчера взяли 4 вилка капусты, но решила еще взять капусту. И ребятишкам увидела в магазине, заходила промтоварная, вот такие вот резиночки. Резинки у нас быстро приходят в негодность, поэтому вот такие вот яркие взяла резиночки. На, стала резиночки уносить. Дальше, потом 3 булки белого, 1 черную.
Взяла себе чай зеленый. Не могу найти нигде большую пачку чая зеленого. Поэтому взяла пока вот такую маленькую, потому что без зеленого чая я вообще никак не могу. И 2 литра молока. Вот в целом все покупки. Больше ничего не покупала. По сути, все. И забрала еще кое-какие лекарства. Дома аптечку пополнила, чтобы на всякий случай было лекарство. Так что вот такие вот дела. Все. Сегодня мне надо обязательно заполнить документы. Завтра пойду носить в МФЦ документы. А? Да, и Оксане кроссовки купить надо завтра. Завтра как у тебя уроки закончатся, потому что я уже по сути всем взяла. Осталось только Оксане и Егору. Все. Остальным я обувь и все, что на... А, Егору еще надо белую рубашку. Потому что учитель сказала, надо на выпускную рубашку белую. Но вот он не любит их. Ради одного дня мне придется 1500 потратить на рубашку. Он белую не любит. У него все темные, синие. А белую он просто не любит. Поэтому, ну ладно уж, придется все равно взять. Все. Также сегодня муж купил картошку. На летней кухне она осталась. Я ее уже заносить не буду. Чуть попозже вам покажу, какую я краску купила. Может быть, не сегодня, уже я уже устала. Мне еще с Оксаной уроки делать. И чуть попозже покажу, какой привезли мыларь. Так что всем хорошего дня. Вот такой вот фирмы, ребята, морозильный ларь на цвет белый. А открою, покажу вам уже завтра, когда мы его распечатаем. Так, всем доброе утро. У нас время 15:10. Я уже в садик сходила, уже дома кое-что сделала. Сейчас, короче говоря, чищу картошку, поставила сосиски, обжарю вот суп, хочу с сосисками сделать. Детки попросили, я поэтому делаю. Пробовала, вот как мне говорили, Настя, твори просто из сосиски, а потом нарежь. Пробовали, ребята, так сделать. Оно получается невкусно. Не такое вкусное, оно с обжаренных сосисок, суп немного вкуснее, чем с простых. Поэтому вот так вот. Сейчас почищу картошку. Сосиски пока обжариваю для супика. Сегодня надо будет еще в МФЦ ехать, документы отдать. Короче, времени вообще нет. Вот такие вот дела. Так что как-то так. Сейчас сварим. Так, картошки хватит. У меня еще одну морковочку надо, и все. По сути. Напишите, что вы будете сегодня обязательно готовить. Так что сегодня у нас холодно очень. Вообще ужасно холодно. Дети опять в курточках ушли. Школьники особенно. Потому что очень сегодня холодно. Так, а куда ножик опять делся? А, вон он. Потому что ужасно холодно. Так, все. Картошку все почистила. Еще луковицу надо почистить. Так. Сейчас все приготовим. Вкусный-привкусный суп. Потом мне надо съесть документы еще заполнить. Оксана с Катей еще дома. Им ехать. Оксане сегодня в 12:30 надо быть в школу. Катя, тебе во сколько в школу надо быть? В 11:30? Понятно. Так что вот как-то так. Утро мое начинается. С беготни, как всегда. Пусть обжариваются пока сосиски, а мы с вами нашинкуем все остальное. Ладно, я буду готовить, вы оставайтесь. Так, сосиски почти пожарила. Помните, ребят, недавно покупала яблоки. 2 пакета еще. Кислющие до невыносимости. Дети их не хотят.
Решила компот сварить. У меня там еще вишня замороженная есть. Сейчас достану. И сделаю напополам. Ой. Блин, тут морозилка полная. Сейчас и спятся надо, чтобы вишню найти. Найти саму налево. Вот, нашла. Во, нашла, откопала. У меня еще вишня полбаночки есть. Я нарезала немножко это, полбаночки, грибаночки. И полбаночки вишни сейчас еще сделаю. И отварю компот. Я в тот раз уже так делала. Очень вкусно было. Половинку баночки хватит вполне. Остальное на потом еще оставлю. И тоже с яблочками потом также сделаю. И все. Блин, у меня эта морозилка уже битком забита. Все. Я их тут немножко присыпала сахаром. Сейчас сначала суп сварю, а потом компот буду варить. Чтоб яблочки немножко сахаром пропитались, может, вкуснее будет. У меня там еще целый пакет лежит. Я один пакет кое-как уже израсходовала. То компоту еще хочу вот шарлотку сделать. Но сегодня вот схожу, еще документы сделаю кое-какие. А потом буду стрипнем заниматься. Потом, по идее, в субботу у меня последний звонок у Егора. Но, надеюсь, все успеем. Даже с сахаром кислый. И знаете, что интересно? Вот некоторые яблочки попадаются сладенькие из одного пакета. А некоторые кислющие. Которые сладкие, дети едят. А которые кислые, я говорю, оставляйте компот, сварю или постряпаю. Что-нибудь, поэтому вот так вот. Ладно, готовим дальше. Я уже тут нарезала картошку, морковку натерла, лук, сосиски дальше. Я уже часть сосисок пожарила, но этого мало, для супа еще жарю. Смотрите, ребята, такая чечевица хорошая, которую на Валберес заказывала. Уже не первый раз там заказываю, и килограммовая пачка дешевле, чем в магазине маленькие пачечки брать. Два раза дешевле получается. И вот это у меня детям понравился суп пюре из чечевицы. Вообще вкусно получается. И вот поэтому опять заказала килограмм, но потом еще закажу. Вот такая вот штукенция. Хорошая отборная чечевица. Будем на днях суп пюре с вами варить. Все, поставила, уже заливаю водой. Жду, когда закипит, чтобы рис закинуть. И приготовила кастрюлю для компота сразу. Сахар насыпала, ягодки помыла. Хотя вишня мытая была, и яблоки хорошо помыла просто. И сегодня у меня ребятишки уже ушли в новых кроссовочках. Подошли вот вторые кроссовки, что я поменяла. Подошли им все хорошо. И уже ушли в кроссовочках сегодня в садик. В новых довольные. Сегодня, получается, мне надо еще купить Оксане кроссовки. И Егору на летнюю обувь. Пить. По сути, все. Так что вот так вот. Остальное на лето у них все есть. Ко школе сейчас вот учеба закончится. Потом потихоньку начну концтовары ко школе покупать, пока они не будут дорогие. Сейчас учеба завершится, и они подешевеют в разы. Дешевле станут. Поэтому я как бы не переживаю. И будем летом закупаться концтоварами. У нас концтовары почти все закончились. Поэтому скоро будем закупаться. Ладно, варю дальше супик. Знаете, что сейчас хочу сделать? Я тут на днях купила селедку соленую. Помните, раньше наши бабушки делали? Разделывали и вовсю ее мариновали. И как бы она получалась бомбически. Я раньше так делала, моим детям не нравилось. Дети растут, у детей вкус меняется. Я нынче сделала тоже такую же заливку уксусную. И знаете что? Дети у меня съели так, что я даже не успела поесть. И я сегодня хочу приготовила два контейнера. Сейчас вот хочу эту рыбку опять сделать масляно-уксусные заливки с лучком. Все замариновать и пусть стоит. Дети придут, поедят. Я обычно вот такие вот контейнеры невысокие делаю. Они открывают уже, она почищена, все, и если хотят, то едят. Я тут суп варю. И вот сейчас хочу опять так же сделать и поставить в холодильник. Захотят, поедят.
Сейчас почищу рыбку. Тут у меня три штучки. Почищу ее, все сделаю и под маринадом в баночке поубираю, и детки покушу. Напишите, как вы любите, не ели, так не ели. Интересно вам будет, так нет. Ладно, буду разбирать рыбу и готовить, пока время есть. А то скоро в город надо будет ехать. На видео вы все видите деревянную доску. Меня спрашивают: Настя, куда же твои стеклянные делись доски? Они здесь, но на них я больше чаще всего это разделываю рыбу. Потому что в них быстро тупятся ножи. То, что стукаются, и они быстро тупятся. А для рыбы такая стеклянная доска самая то. У меня три такие доски, я очень довольна. Ладно. Все, ребят, вот так вот я обычно делаю. Где-то часик, оно у меня сейчас промаринуется. И все, и потом у меня даже не часик, даже полчасика хватит. И рыбка будет готова. Просто водичка с уксусом, немножко перчика добавляю еще. И вкуснятина получается. Попробуйте, не пожалеете. Ну все, что смогла, приготовила уже. Кто что захочет, тот то и поест. Вот эта вот доска, чем мне нравится, то что рыбу на ней хорошо разделывать. Красивая, да. На видео, конечно, мне все пишут: Настя, красивые доски делаю. Ну, жалко такую доску. Да и ножи жалко тупятся. Так, суп у меня почти сварился. Почти сварился, чуть-чуть осталось. Сейчас добавлю приправы. И все, по сути. Положу роллтон немножко совсем. И также сушеный укроп и петрушку. Суп, сушеный укроп и петрушку. Петрушки немножечко бросаем. И укроп сейчас бросим. И все, и наши готовы. И укроп сушеный. Все. Сейчас немножко постоит. И можно будет кушать. Так, все это у меня укроп и петрушка. Лавровый лист мне надо еще положить. Так, лаврушечки. И все. Все, суп готов. Все, ребята, вот такой вот вкусный супик получился. Я с рисом делаю, легкий, непринужденный. Очень вкусный, легкий супик. Всем, кто кушает, всем приятного аппетита. Также поставила варить компот яблочно-вишневый.